У тебя огромная ответственность. У меня есть племянник, это идеальный вариант ребенка. Племянник, бля, круто. Я его очень сильно люблю и так же сильно похуй на него. Одинаково, одинаково прям. Понимаете? Я по нему скучаю, маленький, прикольный, 5 лет ему, он всегда, он меня видит, он скучает, я скучаю, он всегда, дядя, бежит ко мне. Я беру его на руки, и в этот момент он меня заебал, вы понимаете? Но я очень его люблю, но кладу его обратно вот так, заебал, давай. Но с любовью, потому что племянник – это каршеринг в мире детей. Ну, типа, царапина такой, да? Ну, царапина. Сфоткал, матери его отправил. Так было, когда мы подошли. И сигаретами воняет. У вас прокуренный пиздюк. Разберитесь, пожалуйста.